Всем привет, дорогие друзья, с вами Рома. Сегодня будем играть опять на Призоне. Поехали! Не забывайте, ребята, это Призон 2. На первом у меня уже алмазка, алмазный меч, алмазная кирка. Там уже делать прямо нечего. Это второй Призон на кристалликсе. Итак, сколько же у меня блоков вообще? У меня 400 тысяч блоков. Мне уже хватает на 12 левела и денег, и блоков. Но пока что я этого делать не буду, потому что сначала нужно апнуть броню. Снижки у меня теперь такие. И нужно апнуть ботинки и штанишки, разумеется, до третьей защиты. И после этого апнем меч, и уже можно будет точно апать левел. А до этого точно не стоит так делать, потому что это будет просто глупо. Я все апну, а копать там нормально не смогу. Поэтому в этом, конечно же, нет никакого смысла. А где фармиться? Конечно же, на шахте преисподня. На 7-й шахте, потому что это самая базовая такая шахта для фарма денег и для фарма блоков. Там эти оба пункта фармятся с хорошей скоростью. В отличие от первой самой шахты, да, где земля, там, ну, правда, долго фармить и блоки, и деньги. Блоки там, хотя относительно быстро могут фармиться, но все же денег там не нафармишь. Это печально, и гравий там очень сильно мешается, а кварц тут намного быстрее копается. Это прекрасно, и за него еще денежку дают, поэтому, в принципе, ничего страшного в этой шахте нет, кроме лавы. Если вы не боитесь лавы, то, конечно, давайте, играйте. В принципе, никаких проблем, я думаю, у вас не возникнет по этому поводу. От лавы можно как-то уворачиваться, как Нео или не как Нео, я не знаю, но, в общем-то говоря, попробуйте, если вы еще этого не делали, это прикольно. Это точно прикольно. А сейчас я просто копаю, видите, я пытался копать 2 левела, но что-то тут ребятки не очень сильно это поддерживают, копание в 2 левела. Почему-то они копают в 1, ну, нравится, и мне удобно копать, ну, что поделать. Ну, вот непонятно, почему это нравится, единственное, что а так, в принципе, ничего супер страшного в этом, наверное, нету. Кстати, уже 404 тысячи блоков, блин, это реально прикольно, блин, капец. Не ожидал, что так быстро все-таки реально могут фармиться блоки, это меня очень сильно радует. Конечно же так, я подпрыгнул, какую-то фигню у нас в инвентаре лежит, ее продадим, ее просто продадим и все, не будем париться особо. Онлайн, сейчас, ребята, самый разгар дня, онлайн 39, очень маленький онлайн, не знаю почему, хотя на прошлом стриме я рассказывал свои предположения. Кстати, не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропускать стримов, также в описании есть ссылка на Twitch, на нем я стримлю игры помимо Майнкрафта, еще там бывает такой угар, что просто офигеешь. Поэтому подписывайтесь также на Twitch, ссылка находится в описании, сделайте это сейчас. Сделали? Окей. Таким образом, ребята, мы копаем эти шахты, видите? Я стараюсь как-то копать по 2 уровня в высоту, чтобы всем было удобно. Некоторые ребятки этого не могут вытерпеть и переходят в самый низ, на самое дно шахты и стараются копаться там. Если для них это легче, то пожалуйста, конечно, почему бы и нет, и мне они не мешают, и вниз переходят, там копаются где-то, а шахта уже успевает зарегениться, когда они и я выкапывают все. Поэтому довольно-таки прикольно. Ребята, я снова апнул 15 000 долларов. Офигенно, не правда ли? Это я делал один в Соляново, в Соляново, без каких-либо пожертвований, конечно же. Это было, ребят, не так уже сложно на самом деле, потому что я копался на этой чудесной шахте, которая позволяет реально зарабатывать. Я не апаю 12 левел, потому что я все еще не апнул броню, и неизвестно, когда ее апну. Напишите в комментариях, как вы думаете, когда. Я сейчас просто копаю эти блоки, фармлю, получается, количество блоков для левела для следующего. Мне уже, конечно же, хватает на 12 уровень, но апать его точно не стоит. Там нужна совершенно другая броня и меч, как я уже говорил в прошлых выпусках. Онлайн очень маленький, поэтому мне кажется, будет просмотров сверх мало, потому что все забросили по-настоящему Призон, и мало кто сейчас играет. Это видно по онлайну. Как вы думаете, почему на сервере такой низкий онлайн? Может, вы тоже перестали играть в Призон и просто его смотрите на YouTube, а может, вообще не смотрите? Напишите в комментариях. Итак, давайте откроем ключики.
Опа, 3 звезды. Да, прикольно, 3 звезды, это неплохо. Бам. Лук надо будет продать. Итак, сейчас мы идем на босса Адский Страж. Он должен быть где-то тут. Вот он. Уф. Нормалечек. 125 долларов дали. Прикольно. Купил я, короче, ботиночки на защиту 3. У меня была защита 1. Купил я по очень выгодной цене, дешевле, чем стоит, а? Поэтому это охрененно просто. Выгодная покупочка, скажем так. Теперь опять придется копать, чтобы набить 15к. Ладно, ребята, короче, все-таки ап. Где? Апаем левел, чат что-нибудь, наверное, напишут. Люди неизвестно что. Сколько стоит ап? Ой, 120 тысяч блоков, ёпарасоте. Теперь у меня есть доступ к шахте другой. Да хрен я там, конечно, выставлю, да, против алмазников, но покопать 5 секунд можно. Давайте тэпсимся на шахту, посмотрим, салют меня сразу или подождут немножко. А, это 9-я, блин, ё-моё, я не хотел на эту шахту пахаться, я хотел на 12-ю. Просто выхаться на эту шахту, ёпарсоте, пипец полный. Так, мы на этой шахте на 12-й. Посмотрим, кто-то там есть или нет. Скорее всего, она уже выкопана. Я обычно выкапывают, вон там чел стоит. Нет, не выкопано, еще копают ее. Кольчужник, окей. Давайте ему поможем выкопать здесь все. У него алмазная кирка, блин, я тоже хочу алмазную. Тут уже дают полдоллара за блок, это приятно. Опа, что же я купил? А я купил кирочку, теперь она каменная. Эффективность 4, шелковое касание. У меня была деревянная эффективность 4. Мне очень много надо было бы копать камни, чтобы апнуть эту кирку. Но теперь мне ее не надо апать. Она уже хороша. Осталось только апнуть до железной когда-нибудь потом. И будет отлично. Наверное, я ее когда-нибудь куплю или апну. Не знаю, в общем, денег у меня сейчас хватает на ап штанишек. И нужно у кого-то их апнуть. Либо я куплю еще лучше когда-нибудь. Хрен его знает. Ну, в общем, мы видим то, что я и без всяких апов улучшаю свои вещи, да? Как это не парадоксально бы звучало на первый взгляд. Также я продаю стак яблочек по 50 и их покупают. У меня слишком много места, они в андерсундуке занимает, поэтому приходится продавать. А людям иногда это бывает очень и очень нужно. Поэтому они покупают эти самые яблочки по такой цене. Некоторые даже продают дороже, и у них все равно их покупают. Онлайн немножечко подрос, но время уже вечер. Поэтому онлайн и подрос, собственно говоря. А я сейчас просто фармлю блоки, непонятно зачем, хотя все-таки понятно. Для левела. Так ли мне нужен этот левел? Ну, я бы сказал, что сейчас пока что не нужен совсем. Предлагаю вам вместе со мной апнуть сейчас какой-либо перк. Я буду до конца пока что апать счастливчика, потому что мне он сейчас больше всего нужен. Мне не нужна броня, точно. Охотник тоже не нужно, потому что апают все-таки вещи у других людей. А ну и зелевар, я не знаю, особо не оценил я этой штуки особо пока что. Поэтому тоже мне это не нужно. А вот счастливчик поможет мне выбивать больше ключей. А из этого добра могут выпадать звезды, что мне нужно. Чтобы зарабатывать и чтобы просто накладывать хорошее зачарование на свои предметы. Поэтому это как раз то, что я выбрал. Окей, теперь остается только много-много копать, и все будет окей. Итак, копаем. Кстати, не забывайте, ребят, что у меня проходят стримы. Не забывайте на них приходить. Я стримлю как на Твиче, так и на Ютубе. На Твиче я стримлю еще разные-разные игры, такие как GTA 5, Counter-Strike, любой там Fortnite, любую новинку, которая выходит. И сейчас популярно я стримлю там. Поэтому подписывайтесь и не забывайте заходить на стримы. Прямо сейчас перейдите по ссылке в описании, подпишитесь на Twitch. А если у вас еще нет аккаунта, то я в шоке. Почему? Зарегайте аккаунт и подпишитесь. Ссылка в описании. На Твиче на самом деле такая особенность, что надо не нажимать не кнопку подписаться, а сердечко. Сердечко там это подписка. Поэтому, ребята, не забудьте это сделать. А у меня 496 тысяч блоков и уже почти 497 тысяч. Кстати, видите, у меня сейчас самая крутая удача, самый крутой счастливчик вкачан, а в итоге мне пока что всего лишь один ключ. Что-то не особо мне это добро все падает. Может перезайти, хрен его знает. Вот я перезашел и посмотрим, как мне будет падать ключи. Будут ли мне они вообще падать в увеличенном количестве. Интересно узнать проценты вообще выпадения ключей вот этих вот всяких удач. Но неизвестно, как это сделать. Поэтому просто пока что копаем эту самую землю и проверяем эту всю удачу на себе. Выпадут ли ключи или не выпадут? Ну, пока что не падают на самом деле. Пока что у меня в инвентаре только один ключ. Да, понял, окей, землю лучше не копать. Пойдем на другие шахты. Так, я на этой шахте
найдутся алмазничек какой-то копает. Копаю я. Давайте это будем делать. Эта кирка, конечно, уже немножко побыстрее копает, чем деревянная, но все равно не так хорошо, как хотелось бы. Поэтому особого смысла мне, конечно, копать на этой шахте я не вижу. Тут есть еще одна шахта, вот такая. В принципе, тут тоже, кстати, долго очень копается. Прям пипец полный. Прям очень долго тут идется копание. Просто невозможно. Опять мне копать на этой шахте бесполезно. Да. Ну ладно, с такой киркой, ну, что поделаешь, что поделаешь. Итак, давайте наложим древний порошок на эту книгу. Бам. Уф, 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 уф. Что я, ребят, купил? Я купил штанишки. Офигеть, ребят, реально я прокачиваю все вещи, просто ничего не прокачиваю при этом. Офигеть, кто мог подумать, что такое возможно? А такое возможно.